Как по-вашему, что происходит в Башкортостане, если вы следите за процессом? Происходит то, что, наверное, могло бы произойти в другой части России, но случилось именно в Башкортостане. Это спонтанный протест, подготовленный или инициированный рядом местных активистов. Это первое. Второе, что интересно для нас в общенациональном разрезе, это то, что там довольно успешно глушат WhatsApp. Это тот мессенджер, который собираются вообще закрыть в России. Или, по крайней мере, время от времени закрывать. Общенациональные учения пройдут в феврале. Они относятся к WhatsApp, они относятся к сигналу. Telegram трогать не будут. И также предполагается пробировать закрытие YouTube. Но если не постоянное, то хотя бы временное. Вот это вот такой общенациональный урок, или точнее общенациональное предостережение. И еще что можно сказать, вот то, что происходит в Башкортостане, то, что происходит с отоплением российских домов, это, в общем, все создает, влияет на фон президентской кампании, президентских... Я не хочу сказать, что это непременно выльется в какие-то оглушительные политические результаты, потому что известно, кто и как будут подсчитывать эти результаты. Но то, что это будет формировать очень негативный фон кампании, и, возможно, более критичное восприятие результатов итогов выборов, мне это кажется возможным. А если говорить про реакцию местных властей и конкретно силового блока, потому что мы видели, что в день приговора, когда изначально должны были выносить приговор, и пришли тысячи людей, чтобы поддержать Алсынова, силовики как-то ничего особо не делали. Но уже буквально на следующий день начались задержания сторонников, начались вот эти блокировки. Сегодня, в день приговора, не только задержания продолжились, но начались избиения. Полиция использует слезоточивый газ. То есть идет прямо серьезная эскалация, и перевод это уже прям физическое насилие. О чем это говорит? Кажется, что логичнее перед выборами, наверное, не избивать людей. Я вот не уверен, что, Татьяна, ваша и моя логика, они соответствуют логике тех людей, которые принимают решения. Почему первый раз этого не было? Да потому что полиция, ОМОН, они ожидали распоряжения начальства. Начальство распорядилось следующим образом. Чтобы сказать, это не выглядело политической провокацией, они считают, что все... несанкционированная, спонтанная эта политическая провокация. Надо показать, что ситуация в Башкирии под контролем, что все пройдет штатно, что власти и общество в целом лояльны Кремлю. Ну, значит, надо продемонстрировать это силой. Силой. Тем более это вписывается в целом в общефедеральный тренд. И здесь никаких игр, по-моему, не будет. Единственное, кого не трогают, насколько я знаю, это жены мобилизованных. Когда они выходят в одиночные, именно в одиночных пикетах, их не трогают. Могут припроводить куда-то, но, в общем, никаких мер воздействия на них силовых не оказывают. А вот на всех остальных, несомненно, будут оказывать. Это как раз неудивительно, с моей точки зрения, и этого стоит ожидать и в дальнейшем. Но... Вот какая история происходит. Знаете, я уверен, что ни про протесты в Башкортостане, ни про акции жен мобилизованных, ни уж тем более про коммунальные коллапсы, значит, не знают зрители федерального телевидения. И, да. В общем, повестка совсем другая, федеральная в этих самых СМИ. Каким образом это может воздействовать, вот эти все события, если люди просто не знают об этом? Так точечно знают на районе, так сказать. Александр, мне кажется, в вашем вопросе есть некоторое внутреннее лукавство, или вы предвосхищаете возможный ответ. Да, у нас телевидение один из главных, возможно, даже по социологии главный источник информации, общественно значимой информации для большинства общества. Ну, преимущественно для той части общества, которая старше 50 лет. Для тех, кто относится к молодому и среднему возрастам, для молодого абсолютно преобладают социальные сети, ну, для среднего возраста там 50-50, да, о чем мы с вами прекрасно знаем. А вот что касается повестки в социальных сетях, там повестка коммунального коллапса, повестка башкирская, может быть, не в такой степени, но тем не менее она присутствует. То есть информация распространяется быстро, распространяется беспрепятственно. Отсюда вот эти вот идеи, о которых я сказал пару минут раньше, заблокировать мессенджер, потому что WhatsApp – это способ мобилизации. Это не средство коммуникации, точнее, информирования, это способ мобилизации. Средство коммуникации – способ мобилизации. Да? Тоже относится и к YouTube. Ведь в чем сила YouTube? Понимаете, это видео. Одно дело, когда мы с вами общаемся, что-то друг другу передаем, а другое дело, когда люди видят. Это очень важно. Эффект всегда усиливается. То есть YouTube – это замена телевидению. И порой весьма успешная замена. Не надо говорить о его преимуществах и достоинствах, равно как и о недостатках. Поэтому вот хотят его тем или иным образом заблочить. Правда, не уверены, что это получится, сразу скажу. Скорее всего, удастся замедлить его скорость, ну и вынудить часть пользователей перейти на VPN. Поэтому в разных эхокамерах, а это очень обширные эхокамеры, превалирует разная информация. В одной эхокамере, которая питается телевидением, там все, в общем, благополучно. Ну, Европа там, если не замерзает, то слилась в экстазе какой-нибудь гейской оргии. В гендерно-нейтральном туалете. Это тоже начало песни. Да, гендерно-нейтральный туалет – это прекрасный куплет, начало прекрасного куплета. Почему, я хотел спросить, почему у Владимира Путина такая фиксация на гендерно-нейтральных туалетах, но понимаю, что у вас-то надо про Васильевича спрашивать, конечно. Да, короче, бог с ним, с Путиным. Мы с вами по этому вопросу не сходимся, но это не значит, что мы не можем его обсудить. Значит, просто ведь до Путина еще и Беглов эти гендерно-нейтральные, прям за день буквально гендерно-нейтральные туалеты упоминал. Может, у них там на совбезе эта тема? Это не первый раз, происходит. Но такая концентрация впервые. Иная логика, я понимаю, это иная логика. Сперва брякнул Беглов, а потом это подхватил двойник. Он просто это подхватил. Дело в том, что он дурачок. Он просто дурачок. И Путин-то покойный был не семи пядей во лбу, а его нынешняя замена – это откровенный идиот. Его так характеризует его ближайшая и охрана, и те, кто с ним общаются. И вообще, понимаете, ему безумно скучно. Он находится под жестким контролем. Он ни с кем не общается. Вот только когда его выводят на люди, и он тут же начинает раздуваться, как лягушка, которую через соломинку в попу накачали воздухом, придает себе важность и начинает делиться своим обширным опытом и некой, я бы сказал, рефлексией. Рефлексия абсолютно идиотская. Вот. В прошлом это социальный маргинал, действительно плотник 4-го разряда, одинокий человек, у которого из развлечений были женщины, и его автомобиль «Лада». Ну вот, в общем-то, и все, что он знал об этом мире. Потом его мир резко изменился по его собственному желанию и воле. То есть он дал на все это согласие в обмен на обещание неслыханных богатств. Просто неслыханных богатств. И мы результаты наблюдаем. Ничего удивительного. Валерий Дмитриевич, вот по поводу того, собственно, ради чего сегодня пригласили вас, это по поводу, значит, Путина про страны Балтии. А у нас есть Путин со странами Балтии отдельно или нет? Есть, мы его с Витисом слушали. А, мы его с Витисом слушали, да, извините. Короче, значит... Я хотел бы обратить внимание, что Валерий Дмитриевич говорил еще до Нового года, причем, мне кажется, даже за месяц где-то до Нового года, вот о том, что Россия готовит гибридную, причем, атаку на страны Балтии. И поначалу все как-то, там Соловей с очередным прогнозом, вот это вот все вот так. А потом публикация Bild, а потом, значит, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис и так далее и тому подобное. А накануне Путин буквально, который говорит, что страны Балтии представляют угрозу безопасности России. Вот, то есть набирается довольно большая база. И я вот о чем хотел спросить. А почему, как вы полагаете, то есть не почему, а реально ли эта угроза? Или Путин блефует здесь? Но все-таки одно дело Украина и совсем другое дело страны НАТО. Да, понимаю, это, наверное, ключевой вопрос. Да, угроза абсолютно реальна. Но это угроза не военной кампании, я хочу сразу подчеркнуть. Да, я подчеркнул, что гибридная. Это угроза именно эффективной, довольно эффективной по замыслу гибридной операции. где предполагается использование вооруженных сил, но только в качестве одного из ингредиентов, причем не обязательно ключевого. Ну, если будет интересно, будет время, как-нибудь расскажу, как выглядит такая гибридная операция с точки зрения кремлевских стратегов. Почему они уверены, что это может прокатить? С их точки зрения Запад дал слабину. Это первое. И позиция Запада по отношению к Украине последних месяцев это подтвердила. Второе. Они абсолютно уверены, что Россия вышла из зимней кампании, точнее из кампании 23-го года с Украиной победителем. Это убеждение не только военно-политического руководства России, это убеждение российских военных. И более того, российская военная промышленность работает достаточно эффективно для того, чтобы Россия могла подготовиться к новой кампании. И третье, самое важное, в чем вообще смысл этой гибридной операции? А смысл в том, чтобы изменить стратегический контекст в целом. Стратегический контекст противостояния с Украиной и стратегический контекст взаимоотношений с Европой. То есть вне зависимости от того, считают в Кремле, будет ли эта операция успешной или нет, Европе придется отвлечься на себя. И Европа будет напугана настолько, что она вынуждена будет пойти навстречу России. Обратите внимание, коллеги, я вам сейчас излагаю их логику. Это не означает, что я эту логику разделяю, или что мы с вами ее разделяем. Не, абсолютно. Но, да, вы понимаете, они руководствуются вот такими соображениями, которые я вам привел. Если образно, то это будет следующий призыв, причем призыв не на словах, а на деле в Европе. Решайте свои проблемы, но не надо помогать Украине. Ну или до этого последует такая дилемма. Да, вы готовы умирать, это вот Пьянковский еще сформулировал очень точно, вы готовы умирать за Даугавпилс? Вы, немцы, поляки, французы, британцы, готовы или нет? Мы вам, русские, готовы предоставить сейчас такую возможность. И это будет момент истины для НАТО с точки зрения Кремля. И, возможно, НАТО вообще не сможет отреагировать, потому что операция намечена. Ну, в теории, на самом деле все может пойти, конечно, не так, и, надеюсь, вообще никак не пойдет. В теории на момент пересменки американских президентов. Ага, то есть зависит все от того, чем ровно закончится США. Да, ну, на самом деле, знаете, в Кремле на сей счет мнения тоже разделились. Есть группа людей, почему-то странно оптимистичных в отношении возможного президентства Трампа. На так они в прошлый раз уже непонятно. Были оптимистично абсолютно настроены. Да, а есть группа, я бы сказал, скептиков, реалистов, которые говорят, послушайте, неизвестно, как себя Трамп поведет. И вообще мы знаем, как себя ведет Байден. Мы знаем его слабые места, знаем его уязвимости. Мы научились с ним работать. Ну, работать имеется в виду на стратегическом уровне, они там взаимодействуют непосредственно с президентом. И, возможно, Байден для нас лучше. Но в любом случае, вот стратегический момент считается удобным в тот момент, как та ситуация, когда в Америке происходит там, заключительный акт избирательной кампании, пересменка президента, прочее. Это не означает, честно вам скажу, что не могут начать раньше. Потому что для гибридной операции не нужны в большом количестве, собственно, военные ресурсы. Их не надо очень много. Там важны другие ресурсы, киберресурсы, там важны экономические ресурсы, там важно наличие траков, которые смогут перекрыть движение по всем странам Балтии. И эти большегрузные автомобили присутствуют в большом количестве, причем они зарегистрированы на территории стран Евросоюза. Я обращаю ваше внимание. Не с российскими номерами вы имеете в виду? Нет, конечно. Это автомобили с немецкими, польскими, французскими номерами. Ну, естественно, с номерами стран Балтии. Их очень много. Это та операция, которая готовилась несколько лет. Она была полностью готова к концу 2019 года. Ее хотели начать в марте 2020 года, но пандемия помешала в тот момент. Причем тогда операция была довольно массированная. Она предполагала воздействие на все страны Балтии. Сейчас же предполагается начать предварительно с Латвии. Ну, честно вам скажу, все то, что мы об этом говорим сейчас, ну, не только мы, естественно, это дает как раз шанс на то, что ничего подобного не случится. Ну, слушай, на самом деле, ну, я довольно давно посещаю страны Балтии, а 2 года уже в одной из них живу, почти 2 года. И вот надо сказать, что если бы этот сценарий мне рассказали там года 4 назад, 3, ну, до войны, я бы абсолютно поверил. Ну, в том смысле не поверил, а сказал бы, что он вполне реалистичный. Реалистичный, да. Особенно на Латвию. Особенно на Латвию, да, где... Согласен. Там много влияния у Путина, к большому сожалению. Вот это... Давайте вернемся еще, успеем, у нас пару минут есть, в Россию к президентским выборам, так называемым. Значит, ну, конечно, у нас аудитория, она очень интересуется вообще, есть ли хоть какой-то шанс у тех, кто будет голосовать против Путина, так или иначе, испортив ли бюллетень, голосуй ли за Надеждина, если его допустят, кстати, допустят ли, и так далее. Допустят ли Бориса Надеждина, я не знаю. Это зависит, видимо, от той социологии, которую будут получать президентская администрация. Если возникнет риск, что Надеждин может стать фокусом антивоенных настроений и сильно их усилить, прошу прощения за тавтологию, то его, конечно, не допустят. Вне зависимости от того, как голоса собраны, ну, подписи, прошу прощения, не голоса, а подписи. Что касается в целом выборов, вы вспомните, коллеги, ну, буду откровенен, повлиять на их итог нет никакой возможности. Никакой. Можно формировать фон определенный, о чем мы с вами говорили в первой части нашей беседы. Этот фон скажется, но он скажется не столько на итоге выборов, там все предопределено уже, сколько на послевыборной ситуации. Поэтому, вне зависимости от того, какую вы стратегию изберете, в данном случае обращаясь к избирателям, абсентеизма, голосование за любого кандидата, кроме голосования за Надеждина, если он будет зарегистрирован, результат будет в любом случае один и тот же. Но зато можно сохранить свою совесть чистой и продемонстрировать свою гражданскую позицию. Это, я считаю, важным для каждого из нас. Ну, подумайте, что бы вы хотели сделать. Так, чтобы вам не было жалко, так, чтобы вам не было обидно. Но повлиять на исход выборов невозможно.